Сейчас 12:01, и это значит, что мне минуту назад стукнуло 22. И ура! Буду себя сегодня развлекать сама. Может быть, не сама. Но, короче, веселье я себе точно найду, и мне будет весело. Так что вы просто все знали. К примеру, вот, сейчас я займусь вот этим. Вот, я монтирую видео, и вот сейчас вот это будет бах. Моя мама из Киева мне заказала и поздравила меня, что в Мишка пришел с шариками. Я спала, только проснулась. Так красиво. Класс. А что здесь, я даже не знаю. No way! Боже, мама! Офигеть! Я даже не ожидала вообще. Ого, блин, это так приятно. Класс, блин. Мама всегда умела делать так, чтобы у меня было ощущение праздника, где бы я ни была. Это так круто. Вот такая нарядная собралась. Сейчас поеду на пляж праздновать свой день рождения. Так что оставайтесь со мной, будет очень круто. Ребят, я сейчас в своем самом прекрасном состоянии и настроении. К сожалению, я забыла вам поснимать на пляже, как я ела свой тортик и пила мартини асти. Но поверьте, это было прекрасно. Я выдалила сама всю бутылку, так что мне сейчас просто суперово. Для меня мартини асти это самый прекрасный напиток в этом мире. И сейчас я сижу в прекраснейшем ресторане. Вот. И буду есть прекраснейшие здоровезные креветки. А что может быть лучше в этом мире, чем креветки, я не знаю. Вечер продолжается, все замечательно, спасибо вам, что вы со мной. Вот так вот скромно прошел мой день рождения. Это был, наверное, самый скромный день рождения в моей жизни, но тем не менее, это было все равно классно. А сегодня, я думаю, вы уже догадались, в каком я костюме. А если нет, я вам говорю, это Алиса в Стране Чудес, и я направляюсь в Диснейленд. Поднять себе окружающее настроение. Выряжаешься в костюм, и все просто не могут от тебя оторвать глаз, улыбаются тебе, говорят, насколько ты мила, и такие, ой, целость! Это так мило, так классно, я прям не могу, у меня прям улыбка до ушей, аж слезы от счастья текут. Ой, класс. Одна женщина, кстати, даже подумала, что я здесь работаю. Искала людей, с которыми пойти в Диснейленд на свой день рождения, не нашла. И сегодня первый день, когда здесь будет рождественская тематика, и я думаю, что это все не зря было, и что сегодня будет красивее, чем было все это время. Поэтому я даже рада, что так случилось. И знаете, что мне еще повезло? В том самом Тиндере я нашла чувака,
который здесь работает, и он сможет провести меня бесплатно. Он сказал, что это будет у меня как подарок на день рождения, и это очень круто. Я прям вау, прям в восторге, и уже не могу дождаться. Вот сейчас сижу, жду. Пока что сижу в части, которая бесплатная, то, что мне показало, это можно просто заходить к любому человеку, ходить здесь гулять. А сейчас его дождусь и пойду уже внутрь. Тут есть два парка разных. Disneyland Adventure Park и, по-моему, просто Disneyland. Я могу ошибаться. И я буду сегодня в них двух и постараюсь вам поснимать побольше всего, показать, как здесь красиво и классно. Так что поехали. Я как бездельник, как... О боже! Так это без алкоголя и так плющит. Rabbit. Well, that was proud. Oh, Mr. Rabbit, wait! Oh! Hi! Oh my god!
Нет у меня подобрав, и я учусь ездить. Вот. Пистелла, где? Вот как-то так прошел мой день в Диснейленде. Я решила именно сейчас вам рассказать про то, как это все было. Очень-очень классные горки. Я насладилась этим просто полностью. Я не могу сказать, что у меня какая-то из горок была прям супер-супер любимой, но мне понравились они все. Ходите обязательно, попробуйте максимально все горки. Мне кажется, что Диснейленд специально так устроен, чтобы вы за один день не успели обойти все. Но пойдите потом еще раз, чтобы обойти все, потому что я собираюсь пойти еще раз, чтобы успеть везде все остальное, то, что я еще не успела обойти. Очень много классных развлекаловок. Также обязательно сходите на парад, посмотрите, который будет там вот ходить, вот это вот все. И сходите также обязательно, посмотрите на шоу, которое вечером в 9 и в 10 часов, если не ошибаюсь. Там из воды такое, что делают, туда прям графика, и оно прям, пфф, и корабли, и принцессы. Господи, это просто магия. В очередной раз кайфанула от Диснейленда, я уже третий раз. Первый раз я была в Париже, а второй раз вроде бы в LA, но это не точно, потому что я, честно говоря, очень плохо помню. Либо это было Орландо, либо это был Лос-Анджелес. В любом возрасте, в любом состоянии души, это просто прекрасно. Я очень сильно вдохновилась принцессами, я загорелась желаниями работать принцессой в Диснейленде, так что я думаю, когда у меня появится право работать, я думаю, что я пойду туда. Хотя бы на какое-то время, хотя бы для того, чтобы просто всем потом рассказать, что я работала принцессой. Это же так круто, господи, я так хочу попробовать, вы себе просто не представляете. Чувствуйте со мной, завтра у меня очень интересное приключение. До встречи!